Внешнее освещение московского Кремля, Дома правительства и более 2000 наиболее значимых зданий столицы отключили в субботу в ходе всемирной экологической акции «Час земли». Кроме Москвы, в ней приняли участие более 30 российских городов. Перед этим ровно на час померкли Сиднейская опера и Харбор-бридж. Именно в Сидней «Час земли» прошел впервые в 2007 году по инициативе местного отделения Всемирного фонда дикой природы. Уже на следующий год мероприятие стало международным. В частности, в Сингапуре, где в субботу растворились в ночном небе огромные скульптуры из дерева в садах у залива. «Час земли» – самая массовая акция в истории. В 2020 году к ней присоединились жители более 7,5 тысяч городов в 190 странах.